Шнур мне никогда не нравился, матершинник. Я не люблю это. Алкоголик и придурок, как он сам про себя поет. Вообще считаю его интеллигентным человеком. Музыкант, актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пожалуйста. Сегодня поговорим о группировке «Ленинград», которая выпустила новую песню. И эта песня взорвала весь интернет. Да что там интернет, она мозг взорвала всей России. Впервые зазвучала песня «Лабутены» на концертной площадке именно в ресторане «Максимилианс». Группировка «Ленинград» – российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известная, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематики. Несмотря на то, что основной состав группы был сформирован в 1995-1996 году, официальной датой рождения команды принято считать 9 января 1997 года. С того самого времени она является любимой группой и простых людей, и олигархов. С первого концерта группировки «Ленинград» в ресторане «Максимилианс», а именно в 2011 году, завязалась дружба. Концерты проходят регулярно с большим ажиотажем среди гостей. Что для вас «Ленинград»? «Ленинград» — это самая хулиганская группа. «Ленинград» — стильные, нецивильные, крутые мужики. «Ленинград» — охуенен. «Ленинград» — наше все! Ни для кого не секрет, что результатом дружбы группировки «Ленинград» и ресторана «Максимилианс» стал гимн ресторана «Максимилианс» «Хорошо там, где мы есть». У нас давнишние какие-то такие дружеские отношения, можно сказать, уже семейные, с этими заведениями. Поэтому, почему нет? Пускай будет так. Вообще гимны – это хорошая штука. Да? Считаете? Думаю, да. Ну, потому что гимном можно обозначить начало пьянки, сука, и конец. Хорошо там, где мы есть! И теперь каждый выходный и праздничный день персонал ресторана «Максимилианс» танцует флешмоб под гимн «Хорошо там, где мы есть». Шнуров всегда поздравляет ресторана «Максимилианс» с открытием и днем рождения. С днем рождения, «Максимилианс»! Хотя мужчин я никогда не поздравляю. До свидания. Где мы есть, всегда поют. В Красноярске открывается «Максимилианс». Где «Максимилианс», там «Ленинград». Дорогие «Максимилианс», вся группа «Ленинград» хочет вам сказать, как вы заебали со своими открытиями. Теперь в Тюмени. И опять будем играть мы. До новых встреч. Удачи. Таким образом, встреча самой расколбасной группы и самого веселого ресторана на свете была судьбоносной. И вот уже 5 лет мы идем рука об руку. Где «Максимилианс», там «Ленинград». Хорошо там, где мы есть. А где нас нет, там похуй. Хорошо там, где мы есть. А где нас нет, там плохо. Хорошо там, где мы есть. А где нас нет, там плохо. Что можешь сказать по поводу того, что он пел матом? Это русский язык.